Старт большому международному мероприятию, одному из важных элементов международных армейских игр, был дан на территории Брестской крепости. Здесь участников соревнований приветствовали представители вертикали власти и руководство сил специальных операций. Представители 18 стран прибыли в Брест, чтобы не только показать подготовку своей армии, но и обменяться опытом в сфере подготовки специалистов. Это большая честь участвовать в данных соревнованиях, особенно в рамках развития сотрудничества с постсоветскими странами, в том числе с Беларусью, которая является одной из славянских стран, которая приложила определенные усилия в получении независимости. Почти две недели на полигоне Брестки было по-настоящему жарко. Позади два важных этапа. Сегодня состоялся финал. На старт вышли четыре команды финалистов. Представители Беларуси, России, Казахстана и Китая. Чтобы исключить потенциальные разногласия, оружие у всех команд было одинаковым. Стреляли снайперы из винтовки и пистолета. Кроме того, выполняли ряд учебных элементов. Борьба шла за каждую секунду. Сказать, кто лучше подготовлен, оно сложно. Все четыре команды, которые вышли в финал, подготовлены одинаково. Имеют очень высокий уровень профессионализма и как снайпера готовы к выполнению тех задач, которые стоят перед ними. Кому-то, может, где-то повезло, кому-то не повезло. Сейчас, вот я говорю, это будет определяться по итогам третьего места. Но я рад, что впервые мы на территории Беларуси принимаем такой конкурс. По значимости этот конкурс второй после танкового биатлона. В настоящее время секретариат и судьи в целом осуществляют подсчет баллов по всем трем этапом конкурса, и это, естественно, составная часть, это очень важная часть в целом той оценки, которую получит команда. Нам сейчас необходимо некоторое время для того, чтобы мы подвели итоги. В зачетной таблице суммируются результаты всех трех этапов. По предварительной информации, белорусская команда находится в лидерах. Кроме того, участникам мероприятия была представлена выставка современного вооружения Беларуси.